Всем привет, это «Краски в доме». Я решила разогнать хмурую осень табуретками. Да, я решила просто разукрасить табуретки, а почему бы и нет, без сложных редизайнов и так далее. Для начала зачищаем поверхность, я работаю скребком, затем шлифмашинкой, далее обезжириваю и наношу адгезионный грунт от Дель Броско. Оставляю на ночь, пусть впитается. Для основного цвета я решила взять персиковый цвет. Наношу кистью и валиком в два слоя. Вот, кстати, второй. Вот цветовая палитра для первой табуреточки. И вот примерный рисунок. Начинаем. Первой табуреткой почти все, и вот цветовая палитра для второй табуретки. Референсы я нашла на Пинтересте, и мне потом, кстати, пришла идея в голову, а что, если на табуретке воссоздать детский рисунок, например, свой или своего ребенка? А почему бы и нет? Последние штрихи, и после полного высыхания я покрываю все акриловым матовым лаком.